Чтобы попасть к участковому педиатру, маленькие пациенты томятся в длинных очередях. В сезон простуд у кабинета детского врача всегда ажиотаж. На данный момент в одном из филиалов 11-й детской поликлиники ведут прием 2 участковых педиатра. В целом, по записи, врач принимает около 25 человек. Но помимо этого, сюда приходят те, кто по каким-то причинам не смог списаться на прием. И таким образом выходит, что за 3 часа приема врач может принять около 50 пациентов. Что у вас? Какие жалобы? Мы всю ночь кашляем. Эльвира Ринатовна работает педиатром уже 19 лет. Говорит, что с каждым годом поток пациентов растет. По стандарту на одного педиатра должно приходиться 800 детей. Уже сейчас Эльвира Ринатовна обслуживает 1200. И недавно к ее участку добавили 11-подъездный дом, где проживает более 600 человек. У нас и мало педиатров, к сожалению, остается. И мы вынуждены иногда приглашать на прием. Находясь в поликлинике, педиатр может принять намного больше детей, чем во время домашнего обхода, где на одного пациента у врача уходит минимум полчаса. Поэтому в сезон простудных заболеваний на дом доктор выезжает только в экстренных случаях. Вызова в любом случае берутся. Сложность вызова зависит не от возраста ребенка. Если есть неотложные симптомы, независимо от возраста, будет к вам направлен доктор. На данный момент в Татарстане не хватает более 500 участковых педиатров. Особо остро проблема стоит в Казани. Зарплата не совсем соответствует труду. Не так оплачивается. Не оценивается в полной мере труд медицинского работника. Сейчас, когда на врачей приходится двойная нагрузка, они просят родителей с пониманием отнестись к просьбе привозить болеющих детей в поликлинику на фильтр. Ну да, вызывали, говорили, сбрасывайте температуру и все, и приходите. Вот, например, у меня двое детей, мне очень тяжело ходить. Вчера была ситуация, педиатр, видимо, не справляется, мы вызывали врача, она приехала к нам в 9 вечера, ребенок спал. Екатерина Нерушкина, Айгуль Низамутдинова, Андрей Ключников, Айрат Мухаммедзянов, телеканал «Эфир».